надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю ботинки. Это мой последний день на Титанике. Я схожу на берега. Я когда-то верила во что-то большее, чем чьи-то громкие слова, чьи-то нежные глаза, по факту в которых лишь пустота. Я себя сделала сама. Очень похоже и на Ветлицкую. Я никому ничего не должна. Отпустила и взлетела выше к далеким берегам. Вопреки шансам и острым волнам. Отпустила и пропела: вы не мой капитан, а я не ваш океан. Так оставили нужные проводы, и не больше, чем стон. Разлитый по сердцам. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю ботики. Это мой последний день в акробатике. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, бросаю фантики. Это мой последний день на Титанике. На Титанике. На Титанике. Широка река, глубока река, не доплыть тебе с того бережка. Тучи низкие прячут лунный свет, полететь бы мне, да вот крыльев нет. Во сыром бару злой огонь кипит, конь черней, чем ночь, у огня стоит. Бьет копытом он, ищет седока, а тот, ну тот конь, наши берега. Софира Зару! Похоже! Постучалась кровь, боль незваная.
этого восьмого. Хорошая версия, кстати. Вода далеко течет, унесло весно, да разбило плод. Были ласточки, стали вороны, рано встретились, поздно поняли. Двери новые, не сорвать с петель, и одна беда, стелит нам постель. Широка река, эхо долгое, конь чернее, чем ночь, ходит около. Это очень знакомый тембр. Жасмин! Жасмин! Что ты подарил? А это не может быть Грановская? Я сама хочу, а я вся летала.
знаешь, мало-мало. Да ладно! Блин, ты что за человек? Это не певец. Quizás. Это спортсменка какая-то, 100%. Estás perdiendo el tiempo pensando lo que más tú quieras. Альмира Джанабаева. Это не певица. Hasta cuando, oh, oh, y así pasar los días. А девочки, я запутался. Я тоже. Я не мог. Мы вообще не отгадали, поход. Там блондинка, причем пепельная. Это не Наргиз. Это Митя! Это не Наргиз. Маска! Туча! Это не Наргиз. Туча! Да кто ты? Навка. Навка. Навка? Навка. Нет. Это Анжелика Агурбаш. Я же говорил вам. Да, да, это Анжелика Агурбаш. Кто это? Да господи, хватит мучить нас так. Королева легкой атлетики! Двукратная олимпийская чемпионка в беге! Светлана Мастеркова! Прикинь! Прикинь! Это просто шок! Света, браво! Браво! Этого не может быть! Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда! Ребята! Простите за женщину в возрасте! Господи! Во-первых, я хочу сказать, что Света все это время ржала с нас вообще, потому что она девушка с юмором, очень остроумная и жизнелюбивая. И все эти дамочки в возрасте и все прочее у нее вызывали дикую истерику и хохот. Браво, очень круто. Боже мой, как мы вообще не отгадали. Как вы поете вообще прекрасно. Не отгадали. Светлана, ну скажите, про узоры я была права? А, нет.
Света, как же вы поете вообще? Света, какие-то смены у нас. Мне так приятно поговорить своим голосом. После каждого интервью, которое я вела, диалог с вами, я уходила за кулисы, и меня охватывала некая дрожь от того, что я творю. Но вы знаете, я хочу сказать большое спасибо преподавателям моим, которые не по нотам учили меня петь, а по эмоциям. Хорошо, я говорю по-испански, я преподаватель испанского языка. Единственная песня, которую я услышала и поняла. Но самое важное, я хочу сказать вам всем большое спасибо за то, что я все это время играла вас, каждого из вас. Я уходила со сцены, думаю, я буду Валерией. Я попробую быть ей. Филипп, красота вот этих шляп. И вы знаете, как я люблю свой голос. О, Филипп. Уже не получается. Вам спасибо. Вы посмотрите, какие люди в проекте, которыми пропагандируют Россию нашу. А теперь понимаете, да, откуда вот эти вот признания в Америке? Это Олимпиада в Атланте. Дорогие ребята. Теперь на открытии Олимпиады я буду ждать от вас песни. Песня на бис. Ура! В исполнении Светланы Мастерковой. Это очень классно. Реально очень класс. Круто. Вот это как класс. Да? Бомба, мне очень нравится. Браво! А мы встречаемся ровно через неделю на НТВ, на этом же самом месте. Это «Маска» — лучшее телешоу страны. Увидимся!